И снова здравствуйте. Сегодня поговорим про коллекторов. Вот это страшное слово «коллектор». В факторинге компании, как правило, используют все возможные методы для того, чтобы забрать у вас деньги, либо же у ваших родных. Запомните, если ваш муж брал кредит, и вы нигде не подписывались, забудьте, вы тут ни при чем. Поэтому коллектора вам просто надоедают. Бывает такое, что коллектора надоедают родным, близким, знакомым, да даже вам. Ну, во-первых, если вам надоедают, если вам угрожают, я бы посоветовал для легализации записи просто проговорить на телефон, что сегодня там 1 сентября, я начинаю записывать все свои разговоры. И при том, когда вы видите, что звонит коллектор, и он говорит, добрый день, я хочу сообщить, что вас записывают. Это первое, для того, чтобы иметь доказательную базу. Возьмите, запишите номер, если он не скрыт, и обратитесь в милицию о том, что вам угрожают, вас тревожат и непонятно по какому вопросу. Если вы же знаете, кто тревожит, как тревожит, тогда вы обязательно должны им написать после неполучения информации, опять же, обращаться в милицию. Как правило, если вы их начнете записывать и начнете обращаться в правоохранительные органы, то в 80% случаев этой проблемы уже не будет. Обращайтесь к нам. Задавайте вопросы под вот этим видео, и мы обязательно будем отвечать на все ваши вопросы как можно полнее и как можно лучше. Всем доброго.